Мы с вами действительно не виделись после второго тура президентских выборов достаточно давно. Кратко спрошу у вас, как вам результаты? Что-то удивило вас, что-то стало для вас сюрпризом или все, в принципе, было предсказуемо? Я не только о победителе. Удивило меня, что во втором туре Петр Алексеевич набрал так много процентов. Я думаю, для него это много. Я думал, процентов 10 наберет, но, видите, немножко набрал. Удивило, что в стране очень много людей, которых я бы определил как секту Петра Порошенко, которые абсолютно не понимают его суть и упрямо за него голосуют. Это меня тоже удивило. Ну, я видел и людей, голосующих за Януковича, среди близких мне людей, прекрасно понимающих, кто такой Янукович. А здесь они делают вид как-то, что не понимают, кто такой Порошенко, и за него голосуют. Ну что ж, демократия, нормально. А вот из этих 24,5% реальный уровень поддержки Порошенко, на ваш взгляд, какой? Потому что, ну, сегодня многие говорят, что и у Зеленского не 73, да, с небольшим. Часть там есть антирейтинга Порошенко в этом показателе. Безусловно. Аналогично у Петра Алексеевича. Но вот реальные показатели каковы, по вашим оценкам, приблизительно? Не могу оценивать, это будет, авантюризмом. Я думаю, что оценка дана в результатах второго тура. Это будем считать за точку отсчета. Все остальное от лукавого. Нельзя прикидывать, сколько, как. Угу. Есть официальные результаты выборов.